Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный видос, прокачка. Ну так, относительно, конечно, прокачка тестового аккаунта, потому что я хочу немножко потестировать некоторые герои. У меня тут давненько уже нету многих героев. Например, сейчас посмотрим, что у нас тут по героям творится. Нету Мэри. Я не знаю, надо будет ее добирать так, но она, в принципе, уже копейки стоит. Винваш, Хотшот, Лисица, этот. Ну, я хочу их подобирать. Барт. Короче, хватает. Хватает героев недостающих у нас. Поехали. Поехали, будем открывать то, что у нас уже есть. Такс, оккультист. Трын, 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 трын. Такого у нас даже ничего нету. Отлично. Значит, поехали. Пробежимся по акциям. Позабираем все, что есть. Половим еще дополнительно на островке. Так, поехали в дискаунт. Ну, я сегодня забрал, сегодня очень кайфовые акции есть некоторые, и с них можно реально получить топовые плюхи. В данном случае, как видите, я нормально зафигачил, и мы попробуем собрать. У меня там есть 27 осколков барда, мы его немножко собрали, попробуем отсюда его забрать. Давайте так, мы все печеньки, ну не знаю, печеньки смысла нету забирать, буду пробовать ловить именно мешочки 5 за 10, именно мешки с бардом искать, чтобы его собрать. Расходники, конечно, классная тема, вот мешки на зефира, 15 монет аж стоят, вот отлично. Ой, а вообще огонь! Так, реагенты за 4. Наверное, не будем брать. Будем пробовать собрать барда. Самое интересное, наверное, будет на этом аккаунте. Так, расходники понятно. Ищем дальше. Самое ценное. Вообще просто. Просто кайф. Забираем чик. Ну не знаю, повезет, не повезет. Пробуем еще. Так, чтобы наверняка. Ну. Блин. Одна монетка, блин, жесть. Одна монетка всего лишь. Офигеть. Ну что я могу сказать? Трэш, как всегда, забираем плюхи. Не все плюхи мы забрали. Так, это наша первая порция плюх. В итоге, что я получил? Получил довольно-таки неплохо. Скиталец, недостающий герой. Это все, ребят, ну так, чтобы вы понимали, если на русский перевести 500. Это 1500. Средний пак, короче. Средний пак на русском сервере. То, что я вот забрал сейчас. Сейчас это не все, потому что у нас просто не влазит. Надо увеличить сундучок. Пойдем дальше забирать. Чик. Дуэлянтик. Ну, хладный я его так не собирал. И попробуем сейчас собрать. Я не знаю, повезет, не повезет. Бардика. То есть, как видите, уже довольно-таки неплохо. Вот что значит просто выждать время, и можно забрать за копейки, по сути, дофигище героев и дофигище плюх. Этим же LGG, наверное, по ходу себе просто подосрали, потому что они поняли, что люди не донатят. Они до сих пор не поняли. Но это уже все, это назад не вернешь, они это уже убили. Тут ничего не сделаешь. Так, отлично. Что у нас в итоге получилось по героям? 94. Ну, Мишаня, его и так можно будет. Айс Леди тоже, в принципе, не особо. Вот самое основное нам осталось собрать барда, этих двоих. Инваш нафиг не нужна. Ну и Мэри. Все.
Такс, отлично. Поехали. Так, что у нас по плюхам? Ставим плюшечки. Давайте бардика напоследок оставим. Поехали, пробежимся. Эмуляцию мы все забрали. Но есть возможность собрать еще лисы 30 осколков, в принципе, на халяву. Плюс получить дополнительные халявные плюхи. Ну, посмотрим. Такс, френзи паки. Ну, тут с такого уже вроде ничего интересного нет. С этих поехали в островок. 400 пыльцы. У нас 6 осколков лисички. Или посмотрим, какая удача. Плюс, нифига себе, вот это да. Знаете, такое чувство, что здесь лучше прет, нежели на этом. О, 10 осколков, нифига себе. Офигеть. Это круто. Да ладно, посмотрите, как она падает здесь, на этом аккаунте. Офигеть просто. Может, надо было не утром открывать? Я себе. Да ну нафиг. Так, сейчас там просили передвинуть себя в другую сторону. Вот так вот сделаем, чтобы вы видели, что выпадает. Просто бешено. Нифига себе, вот эту лисицу сейчас собирать кайфово. То есть, по сути, вы поняли. Подождали одну обнову и на халяву собрали. Смотрите, 5 осколков. Еще бы как раньше падало по 1500 камней, а не по 100. Теперь у нас будет проблема с желтыми камнями. Их надо дофига для прокачки. Ну, в принципе, сундуки 6. И будет счастье. Почему у меня так на основе не падало? Так, а лисички максимум у нас десяточка. Неплохо. Нифига себе! Офигеть! Понятно, на нового героя. Вот сейчас посмотрим. У нас было 400 пыльцы, сколько мы соберем. Блин, Алис круто падать начал. Десять. Офигеть. Офигеть, ребята. Вот это реально класс. Еще 10. Да ну нафиг. 59 осколков. Почти половина лисицы, ребят. Ну, если забрать там еще этот, там получается... Ну, трэш. Насколько все удешевилось. Реально падает лис обалденно. Супер. Так, 22 попытки у нас осталось. Сейчас пойдем открывать еще лисичка. Просто бешено зефир падает. Десять. Офигеть. Просто офигеть. Обалдеть! Я в шоке! Как он падает обалденно сейчас! Посмотрите, и этот тоже нормально сыпет. Надо было вечером открывать, а не днем. Но зато я вам показал во всей красоте. Жесть!
Вот так вот. Так, хорошо, забираем все, смотрим, что в итоге мы там получили интересного. Ну, я имею в виду по осколкам, остальное я так не считаю. Так, 13 осколков за 400, значит, за 4000... За 4000 вы получите 130. Ну, относительно. Лис, ну, тут, конечно, спору нет, обалденно собирается. 81 осколок у нас уже есть. Окей, поехали, пооткрываем теперь плюшечки. Самое интересное у нас будет сейчас дальше. Такс, что-то я так высоко. Поехали. И обратно сюда. Так, что мы получили? Три всего. Ну, две ладушки десятых. Ну, это то, что надо. Это отлично. Восемь сумочек. Ну, поехали, откроем. Чик. 5,40. Нормально. Пойдет. Так, это расходники. Надо сундуки до да, открывать и попробуем сейчас словить с вами барда. Все-таки 30 сумок, не знаю, получится, не получится. Если что, придется добирать. Попробуем. Но с вас, конечно же, ребятушки, лайк. Этот аккаунт пойдет на розыгрыш. Знаю, если никто не угадает там три карты каждое утро в угадайку, то другим образом разыграем его скоро. Так. Ну, не совсем скоро, надо еще потестировать дофига всего. То все начнут когда-когда. Так, что у нас по расходникам получилось? Это по камням хватит там на прокачку. Ну, 8000 это вообще ни о чем. 70 карточек смены, это неплохо. Такс. Поехали ловить имбу. Так, два осколка. Я не знаю, это, конечно, будет весело, а у нас сборка сейчас будет веселая. Еще два. Ну, падает рандом. 30. Давай. 5. Я думаю, 30 нам должно сумок хватить. Но уже где-то под 50 собрали. Еще 20. Однозначно, да, можно было и, наверное, столько не забирать. Нифига себе. Обалдеть. Вот считайте, ребята, что вот значит нормально зайти и сколько можно плюх получить. И там, как говорят, там дофига всего не надо. Вот реально собрали, по сути, за сколько там, 20-30 баксов, вы собираете дофигище топовых героев. Просто удачно надо попасть недостающих. Ну, это английский сервер. Это такое не на каждом серваке бывает, но бывает. Еще 10. Интересно, сколько у нас уже есть? Может, мы уже собрали? Такс. 178. Ну, тут однозначно можно, я думаю. Это, конечно, будет трэш. Если мы сейчас... Сколько у нас осталось? 10 сумок, не выбьем там 22. 71, пожалуйста. Получи, распишись, называется. Вот так вот, ребят, налегке мы собрали еще одну имбушку. И для теста я его специально здесь забрал, чтобы протестировать на других героях. В общем, ничему не удивляюсь, насколько все проще. Спустя месяц мы получили дофигища топовых героев. Так вот, бардик у нас есть уже на аккаунте. Итого мне осталось, ну, по сути, Мэри. За фигню ее, в принципе, мы заберем. Так, где там, куда я? А, я хотел сюда зайти. Парт у нас уже есть. У нас осталась лисичка. Ну и новый герой, понятно. Квин Вашп. Ну, это где-то так попутно, думаю, надыбаем. Айслайди, ну, это все такое. Самое основное мы уже собрали.
Ну, осталось только вот этих две имбы добить, и будет трэш. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.